Им было очень тяжело, но вдова легендарного Александра Абдулова никогда не ходила с малолетней дочерью по ток-шоу и не выносила грязное белье на всеобщее обозрение, хотя ей было что рассказать. И как она продала все драгоценности, чтобы выплатить брату мужа его часть наследства за дом во Внуково. И как сложно ей было все это время, ведь все считали ее охотницей за деньгами. А ведь Женечке было всего лишь 9 месяцев, когда папы не стало. Как сейчас живут любимые женщины Александра Абдулова, его вдова и единственная дочь.